Девушки из группы Viagra не запариваются и правила загара знают. Да и на пляже они могут легко найти занятия поинтереснее отдыха на лежаке. Волейбол, я думаю. То есть очень много игр есть. И водоигр. То есть я думаю, что если большая компания, то всегда есть чем заняться. Это всегда весело, запоминающееся и стыдно бывает потом. Ну, а если ты один, книгу в зубы, как говорится, и грызешь? Но на совместной вечеринке Russian Music Box и сети отелей Rixos с книгам девушки предпочли горячие танцы. Отрываться девушки умеют не только на сцене, но и в жизни. И если речь заходит об отдыхе, они не любят сидеть на месте. Вечеринки Music Box нашим артистам запоминаются надолго. Впрочем, не таким ли и должен быть идеальный отпуск, ярким и незабываемым, чтобы потом можно было делиться впечатлениями до следующего лета.